Ребята, скорее за нами в мир приключений вместе с друзьями. С нами путешествует Тёма следопыт. Он катается на скейте, рэпом говорит. Жан-Жан-Жан книжки читает. Он как интернет про все на свете знает. А про леса и горы нам расскажет Лора. Лора любит всех зверей, будь то слон или муравей. Маленькая Айка любит вечер степной и купание лошадок летней порой. Ласковую песню на родном языке, что едва слышно где-то вдалеке, раскрывает нам объятия край наш родной. Мы всегда гордиться будем дружбой такой. И летит над нами в небе наша звезда. Мы команда будущего, мы команда будущего, да! Хороший сегодня денек, можно и поиграть. Привет, привет, Жан. Привет, Айка. Что такое? Здорово. Привет. Странно, чего это они разбегались? Ой, здравствуй, Жан. Здравствуй, Лора. Ничего не понимаю. А что тут понимать? Мы бегаем. Потому что сегодня день спорта. Круто! День спорта? И что это значит? Это значит, что сегодня нужно заниматься спортом. Вот еще. Это зачем? Затем, что спортом заниматься очень приятно и очень полезно. Бежим с нами, Жан. Вот еще. У меня много важных забот. Ой, это Налу. Новое задание. Бежим скорее. Хоть тут никто не бегает. Приветствую вас, юные спортсмены. Физкульт, привет! Я нашел камень дружбы с малой медведицей. Он находится вот тут. Ой, ребята, это же Я думаю, за этим камнем должен отправиться Жан. Ну, согласен. Отлично. И не забудь Барса. Попался, Жан. Смотрите, он уже на месте. Это же стадион. Я не хочу бегать. Жан, попробуй. Это очень здорово. Ладно, где камень дружбы-то? Волшебный камень получит тот, кто отгадает загадку. Что дает спорт? Ребята, мне нужна ваша помощь. Я думаю, спорт дает силу. Да, тот, кто занимается спортом, становится сильным. А может, спорт дает здоровье? Как вы думаете? Да, мой брат занимается спортом. У него хорошее здоровье. А может, спорт дает еще и ловкость? Я понял, ребята. Спорт дает и силу, и здоровье, и ловкость. Все вместе. Ответ правильный. Ура! Мы нашли камень дружбы. А он целый? Не совсем. Это кусок камня. Камень расколот на три куска. Оставшиеся куски камня дружбы где-то рядом. Нужно все куски найти и на корабль принести, чтобы камень нам спасти. Эх, бежим, Барс. Все загадки разгадать. Компьютер нашел второй кусок камня дружбы. Где же он? Чтобы его получить, нужно найти здесь казахстанского олимпийского чемпиона. Так-так, давайте подумаем. Барс, помогай. А я знаю. Вот это Бахтияр Артаев. Он победил на олимпиаде по боксу. Значит, он и есть казахстанский олимпийский чемпион. А вот это Ольга Шишигина. Я видела ее портрет на папиных марках. А
она победила на Олимпиаде по бегу. Значит, и это казахстанский олимпийский чемпион. Подождите, а кто вот это? Секундочку. Так, так, посмотрим. Нашел. Это Владимир Смирнов. Он побеждал на Олимпиадах по лыжам. И он из Казахстана. Неужели они все казахстанские олимпийские чемпионы? Ну, конечно. Ответ правильный. Ура! Мы нашли второй кусок камня дружбы. Молодцы, ребята. Осталось найти третий кусок камня. Барс, бежим! Давно известно всем, что дети умеют лучше взрослых тайны раскрывать и даже на чужой планете. Они не станут унывать, перевернут там все на свете, чтоб все загадки разгадать. Ты пробежал уже весь стадион. Но где же третий кусок камня? Я не вижу. Чтобы получить третий кусок камня, нужно найти город, в котором пройдут зимние азиатские игры в 2011 году. А что такое азиатские игры? Даю справку. Азиатские игры – это спортивные состязания, проводимые каждые 4 года среди атлетов со всех стран Азии. Вот это да! Побывать бы на таких играх! Может, зимние азиатские игры пройдут в Москве? Ну нет, Айка, азиатские игры проходят в азиатских городах, а Москва – это Европа. Может, тогда в Пекине пройдут эти игры? Нет, в Пекине уже была Олимпиада в 2008 году. Неужели азиатские игры пройдут в Алматы? Точно! Я видел! В Алматы сейчас строят всякие штуковины для спортивных соревнований. Значит, это Алматы! Ответ правильный. Зимние азиатские игры пройдут в Алматы в 2011 году. Ура! А вот и третий кусок камня дружбы. Здорово! Мы нашли все куски камня. Смотрите! Ой, мамочки! Раз, раз. Да, это я, малявки! И камень у меня! Ой, ой, ой! Пока! Стой, ворюга! Клёва, беги! Беги, Жан! Беги, беги, Жан! Не догонишь! Скорей, скорей! Не догонишь! Быстрей, быстрей, Жан! Ой, ой, ой! Смотрите, Жан сейчас поймает крыса-крыса. Вот тебе. Камень сейчас разобьется. Жан, ты настоящий спортсмен. Мы спасли камень. Молодчина. Ну что тебе, понравилось бегать? Очень. Я сразу стал таким бодрым. Так, интересно. Оказывается, у нас в Казахстане много олимпийских чемпионов. А еще в Алматы пройдут зимние азиатские игры. К ним нужно готовиться уже сейчас. Бежим заниматься спортом. Включайте свой коммуникатор на седьмом